Ставропольский театр оперетты открывает 84-й сезон. Сегодня поговорим о единственном музыкальном театре в Ставропольском крае, который находится в городе-курорте Пятигорске и занимает особое место на музыкально-театральной карте России. Это крепкий оплот классической оперетты, который бережно хранит ее традиции. Это программа «Актуальное интервью». С вами Роман Выстроп. Здравствуйте. Так вот, сегодня разговор пойдет о театре и что же ожидает всех зрителей в новом сезоне. Расскажет нам обо всем подробнее и об этом уникальном месте директор Ставропольского государственного театра оперетты Светлана Калинская. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Ну и мы, конечно же, вначале хотим поздравить вас с открытием сезона. И давайте начнем о вашем театре. Для тех, кто еще не знаком, для тех, кто еще не знает и ни разу не был у вас, я думаю, таких людей осталось мало, но все же. О вашем театре. Расскажите, пожалуйста, о нем, о направлениях, что есть в вашем театре, когда, как давно он существует. Давайте поговорим сначала о том, что 7 сентября этого года открылся 84-й театральный сезон в нашем театре. Не за горами еще год, и мы откроем 85-й юбилейный сезон, поэтому уже как бы вот так потихонечку мы плавно переходим ко всем нашим, так скажем, праздникам, датам и так далее. Коллектив после отпуска, мы были в отпуске, не таком длительном, как, может быть, другие театры, но больше чуть-чуть месяца, вот, приступил к своим непосредственным обязанностям. Артисты репетируют, технические цеха реставрируют, если это нужно, или ремонтируют декорации. Также реставрируются, подшиваются, может быть, где-то расширяются костюмы после отпуска к тем или иным спектаклям. Ну, в общем, полностью машина приведена в действие. Все работают. Театр действительно уникальный в том плане, что в нашем театре больше 90% это классического репертуара. Иногда наши зрители, ну, очень маленькая часть наших зрителей, говорит о том, что театр может так долго не прожить, что имеет столько много классики, а вот надо мюзиклы, а надо какие-то другие виды, значит, придумывать и так далее. Но мы считаем, наш коллектив считает, что мы на правильном пути. У нас действительно театр классического репертуара. У нас есть что играть во все времена. Сколько бы мы ни работали, а вот в этом здании театр работает уже 84-й сезон, и классика всегда была на первом месте. Классика, потому она что... нетленна, она всегда останется в моде, навсегда найдутся люди, почитатели в любые времена, мне кажется. Я с вами согласен. Дело в том, что мы экспериментировали. У нас было когда-то несколько мюзиклов, у нас были просто музыкальные спектакли, но их уже, так скажем, забыли. А вот классика, такие как «Летучая мышь», «Сильва», «Байдера», и многие другие, «Марица», «Цыганский барон», они вечны. И они всегда есть в репертуаре вот нашего государственного театра оперетты. Потому что спектакль может прожить определенное количество лет. Ну вот, допустим, некоторые спектакли живут по 20 лет сейчас, потому что они востребованы. Да, мы немножечко их реставрируем, да, что-то меняем, меняются какие-то костюмы, иногда артисты. Но спектакль сам по себе живет. Но бывают такие моменты, когда мы спектакли снимаем из репертуара на какое-то небольшое количество времени. И потом получается уже в новой трактовке спектакль с новыми артистами, с новыми декорациями, костюмами и так далее. То есть я считаю, что классика, она всегда классика. Даже наши сегодня зрители, а их у нас достаточно сейчас, потому что курорты Кавказских минеральных вод очень востребованы. И нас это очень радует. Поэтому мы радуемся тому, что у нас зритель со всей России и даже не только России. Поэтому люди, когда видят афишу, они выбирают то, что они давно не видели. Я не могу сказать, что у моих коллег там, в других театрах музыкальных меньше, но по репертуару где-то да, меньше классической оперетты, чем, допустим, у нас. И мы этим гордимся, потому что коллективу есть над чем работать.
И мы все время стараемся, чтобы у нас вот была и советская классика, и классика тех лет, когда уже давно нет ни одного автора. Угу. Ну вот как раз вы уже несколько раз сказали слово «коллектив», потому что, наверное, коллектив все-таки это вот то ядро, благодаря которому театр все-таки живет, благодаря которому все это работает, этот большой механизм. Вот о коллективе. Как много артистов у вас и сколько человек работает вне сцены, чтобы состоялось это шоу, чтобы наши телезрители понимали, что помимо тех артистов, которые выходят на сцену, и чтобы спектакль состоялся и был таким, какой его видят, на самом деле над этим трудится большое количество людей. Ну, у нас в коллективе работает, должно работать 220 человек. Сейчас работает около 200. Из них 100 человек – это творческий состав. Я не беру режиссера, там, балетмейстеров и так далее. Это чисто артисты. Артисты-вокалисты, артисты хора, балета и оркестра. То есть, когда мы проводим спектакль здесь или на выезде, у нас практически выходит на сцену 80 человек. Не менее. Поэтому для нас вот такое большое количество людей, когда выходит, оно и создает вот тот праздник. Потому что, ну понятно, оркестр мы не видим. Балет, хор и основной состав всегда на сцене. В любом большом спектакле оперетты. А технический цеха, так скажем, да, ну 50-50, на одного артиста один обслуживает. Вот поэтому все, что остается за кадром, то, что не видят наши зрители, наши труженики не видят фронта, потому что они все делают сами. У нас практически есть свои цеха по пошивке костюмов, по изготовлению декораций, художественных всех по росписи. Там же девочки, которые расшивают костюмы в этом цехе. То есть очень много людей, которые работают для того, чтобы зритель увидел спектакль. Артисты, естественно, их дело выучить как следует роль и выполнить те задачи, которые ставит перед ними постановочная группа. Угу. Ну, я правильно понимаю, что в создании спектакля там и режиссер, вот непосредственно если мы возьмем один, допустим, спектакль, одна постановка, и режиссер, и композитор, и либреттист, и дирижер, и, я так понимаю, еще, ну, помимо артистов, еще много людей. Кто это? Знаете, постановка любого спектакля начинается с обсуждения на художественном совете того или иного музыкального материала, либретто ли, но обязательно обсуждается постановочная группа. Постановочная группа может быть из специалистов, которые работают в театре, но может и приглашаться или режиссер, или дирижер, или балетмейстер. Но вот мы как-то в прошлом году и в этом году мы как-то работаем пока стабильно вот своей постановочной группой. От постановочной группы зависит очень много. Если постановочная группа собралась и разобрали весь музыкальный материал там, либретто, и пришли к единому мнению, как это сделать, они нарисовали для себя внутри, как будет выглядеть этот спектакль, какие там будут мизансцены и так далее, и так далее. Это значит, есть успех спектакля. Если они работают сообща, в общей, так скажем, видят общие задачи и выполняют их, конечно, много зависит от режиссера, но у нас вот привыкли так работать, что друг с другом обязательно советуются, как сделать это или как там поставить вот эту сцену. Поэтому всегда, ну, за последнее время все-таки у нас не было таких нареканий, что спектакли выходили сырыми или в спектакле что-то было неинтересно. Поэтому я считаю, что от постановочной группы очень много зависит. Там до мелочей надо все абсолютно проговаривать. И если это все проговорено, значит все. Спектаклю удача обеспечена. Ну, я думаю, об этом говорить-то, собственно говоря, с учетом того, сколько приходит к вам зрителей, как вы уже вначале сказали, это не только жители Ставропольского края, не только жители Кавказских минеральных вод, но и всей России, даже за пределами знают театр оперетты. Поэтому этим все сказано. Работа творческого коллектива. И предлагаю перейти как раз на этот сезон, репертуар. О премьерах поговорим.
С чего будет, чем год начинался, чем сезон начинался, что еще ждет интересного и яркого в этом сезоне зрителей? Ну, чтобы сразу было понятно, мы говорим, если сезон, то это значит вот 84-й сезон с сентября по июль 23-го года. Вот это наш будет 84-й театральный сезон. И есть, конечно, государственное задание, которое мы обязаны выполнять. И государственное задание, как правило, дается на текущий год. Но если говорить с января по декабрь, допустим, выполнение государственного задания, оно будет, мы его выполним, потому что мы уже приступили к постановке в этом сезоне третьего спектакля. Это будет спектакль Марка Самойлова «Страсти святого Микаэля». Спектакль, который шел здесь, но в театре, может быть, лет 30 с лишним, а то 35 назад, когда ставил этот спектакль еще бывший режиссер нашего театра Ашировский, которого, ну, уже, в общем-то, нет. А спектакль оставил неизгладимый след. Но столько лет прошло, и решили, что нужно вернуться к постановке этого спектакля. Но мы увидим его, надеюсь, в первых числах ноября премьера состоится этого спектакля. Дальше у нас в планах это постановка детского спектакля «12 месяцев». К новогодним каникулам, как правило, мы начинаем с 25 декабря и заканчиваем 9-10 января. Каждый день идут по 2-3 спектакля для детей, и также есть для взрослых в эти дни какие-то спектакли. Уже написано, уже и музыка, и либретто. Это 12 месяцев по сказке Маршака. Написала либретто наша режиссер, музыку наш дирижер, стихи наша актриса. Короче говоря, вот это уже не первый спектакль, который рождается в стенах театра. Но нам это как бы, нам интересно работать с нашим материалом, который мы делаем для нашего маленького, так скажем, зрителя, подросткового зрителя. Потому что мы знаем, что нам нужно, так скажем, да, вот что мы хотим и что нравится нашим детям. Поэтому продолжаем все равно опыт свой по написанию внутри, так скажем, своего коллектива. Иногда меняется. Но вот в этот раз стихи написала Ирина Абгарян, которая является артисткой-вокалисткой. А музыку написал дирижер Василий Ринчуков. И Инна Хачатурова, наш режиссер, которая написала либретто. Потихонечку, наравне с тем, что мы уже сейчас работаем над спектаклем «Страсти святого Микаэля», уже есть у нас как работать и над этим спектаклем. Следующий спектакль этого сезона будет весной следующего года. И называться он будет, ну я скажу, потому что мы к нему уже тоже скоро приступим, это спектакль Джерри Бока «Скрипач на крыше». Спектакль, который, а по-другому он еще называется «Тивье Молочник». У драматических театров он называется «Тивье Молочник». У нас «Скрипач на крыше». Это довольно-таки интересный очень спектакль. Он был у нас в репертуаре почти 20 лет. Но за 20 лет, естественно, спектакль сам немножко поизносился, и декорации, актеров уже многих не стало, тех, которые начинали работать в этом спектакле. Мы приняли такое решение снять его из репертуара. Но так как этот спектакль был очень востребованный, мы приступим к постановке уже совершенно, может быть, в другом видении, но четко исполняя то, что написано в либретто автора, мы ничего там менять не будем, чтобы этот спектакль был и жил на сцене нашего театра. Это вот еще один спектакль в этом сезоне. И, естественно, какой-то будет детский, пока не называю название, но будет детский спектакль. Это как раз получится у нас вот к окончанию 83-го театрального сезона. Ну, я не говорю о том, что сколько у нас всевозможных выездов, концертов и так далее. Поэтому вот основные как бы четыре практически мероприятия и в календарном году совпадает, и в нашем, так скажем, театральном сезоне. Угу. Ну, насколько мне еще известно, вы периодически вы проводите или участвуете в мероприятиях, что проходит в рамках нацпроекта «Культура». Если не ошибаюсь, поправьте меня. Если участвуете, вот расскажите о них. Да, мы уже на протяжении многих лет участвуем в федеральной программе партии «Единая Россия. Культура малой Родины». И вы знаете, это очень для нас
очень хороший проект. Там, конечно, одно условие, но мы, видите, под него попали. Там участниками могут быть только театры, которые находятся в городах не более 300 тысяч населения, проживания населения. Не более 300 тысяч. А у нас, ну, как раз вот город Пятигорск как раз так совпало. И мы уже на протяжении, вот шестой сезон, когда мы можем пользоваться этими субсидиями и ставить те спектакли, которые за эти годы, а их набралось больше 10 спектаклей, которые поставлены за это, по программе этого финансирования. Это, конечно, очень большая подмога для того, чтобы делать хорошие такие, ну, красиво выполненные декорации, там, костюмы, чтобы можно было, мы очень долго не могли поставить две замечательные сказки, которые хотелось и самим видеть, и, наверное, нашим детям. Это «Бременские музыканты» Буратино. Так как авторы этих произведений живы, вот это финансирование позволило купить у самих авторов эти разрешения, во-первых, на этот спектакль получить, и купить музыкальный материал для того, чтобы можно было вот осуществить. У нас эти сказки сейчас есть в репертуаре, и с удовольствием на них ходят дети. Ну и многие спектакли, такие как «Цыганский барон Марица», «Свадьба в Малиновке», «Свадьба с генералом», вот сейчас будет «Труффальдино из Бергамо», сейчас спектакль вот «Свадьба», то есть «Трасса Святого Микаэля». Это все при том, что у нас мы участники этого федерального проекта. Вот это нам дает возможность делать эти спектакли. Надеемся, что мы еще сколько-то лет, надеюсь я лично, что мы сейчас можем работать вот в русле этой программы. Это очень большое подспорье для любого театра, я считаю. Угу. Светлана Леонидовна, ну и, конечно же, я так понимаю, гастроли у вас в этом сезоне планируются. Вы знаете, о гастролях в этом году, ну, особенно нам радоваться не приходится, потому что мы в прошлом году подавали заявку на получение гранта для гастролей. Угу. И мы писали конкретно, мы писали с нашими коллегами с Крымского театра, Симферопольский театр музыкальный тоже, на обменные гастроли в сентябре месяце. Значит, мы должны были поехать туда, а наши коллеги переехать сюда. Но так случилось, не знаю, нам ответы не дают, по какой причине. Симферопольский театр получил эту субсидию на гастроли, нам не дали. Поэтому на гастроли мы в этом году никуда за пределы Ставропольского края не выезжали, потому что, ну, мы с вами уже говорили о том, что коллектив большой, практически на гастроли минимум 90-100 человек надо выезжать. Это, конечно, большие расходы. Вот, это и транспорт, это самое главное проживание, поэтому мы в этом году остались без таких гастролей. Ну а по краю планируется? По краю, да, вот я хочу продолжить и сказать, что по краю у нас планированы гастроли именно по Ставропольскому краю с 10 октября этого года. И начинаем мы с города Ставрополя 10 числа. Мы покажем для школьников спектакль. Вечерний будет, естественно, для зрителей Ставрополя. И потом поехали. Следующий будет Буденов, потом будет Изобильное, наверное, или Арцгирский район, потом это будет Георгиевск. Сейчас прорабатывается вопрос, вернее, с Невинномысском, Пригорный район. Короче говоря, в общем, мы работаем сейчас над этой программой. Надеемся, что, ну, то, что мы запланировали, мы сможем показать в городах Ставропольского края. Буденновск обязательно будет. Так что вот пока так. Ну, прекрасно. То есть, возможно, у всех есть возможность приехать в Пятигорск посмотреть, но людям бы хотелось как раз познакомиться с творчеством вашего театра, посмотреть прекрасные постановки. Вот отличная возможность. Заодно мы сейчас и проанонсировали, чтобы люди уже начинали задумываться о том, как приобрести все-таки билеты. Буквально время, все в соцсетях. Мы знаем, что нас много, наши странички в соцсетях смотрят. Это мы видим, сколько там наших зрителей заходит. Поэтому все будет в соцсетях. Слава Богу, мы дожили до того, что есть такая возможность, сидя дома, приобрести билеты и прийти на спектакль. Особенно этому радуются наши отдыхающие, которые приезжают из других городов, там регионов, и говорят, какая прелесть. А мы вот купили там на 5-6 спектаклей и будем ходить к вам. Мы знаем, что билеты у нас уже есть. Потому что билеты там за полтора месяца уже есть в продаже. Конечно, это очень
сейчас помогает работать. Ну, конечно, это очень удобно. Ты уже знаешь, чем ты будешь заниматься в тот или определенный вечер. Да, это да. Ну и давайте, вот хотелось бы еще коснуться Пушкинской карты, раз мы уже заговорили о билетах, о покупках, вот Пушкинская карта, я увидел, что на сайте вы активно участвуете в этой программе, есть некоторые постановки, которые можно, как раз билеты, на которые можно приобрести по Пушкинской карте, да, у вас, то есть она работает. Да, с сентября прошлого года, 2021 года, театр является участником федеральной программы «Пушкинская карта». Все, что зависит от коллектива театра, нами все выполнено. Вот, мы проводим определенную работу. Практически весь репертуар, кроме пока одного спектакля, который мы не можем промодерировать для наших школьников, студентов, все это в репертуаре. И когда мы публикуем в репертуаре, мы пишем, что по Пушкинской карте. Любой спектакль, который доступен для учащихся 14-22 года, могут посетить наш театр. Но вот достаточно сказать, что в прошлом году мы всего отработали там 4 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот, и мы продали по Пушкинской карте, это только, так скажем, начало было, да, мы продали где-то почти около 5000 билетов. Это не только спектакли в театре, но это туда, куда мы сами приходили, с малыми формами работы. Это наши средние специальные учебные заведения. Но в школу мы не можем сейчас ходить, школьники приходят к нам. Это наши студенческие аудитории. Также выезжали в Придгорный район, город Лермонтов, Минеральные воды, Будённовск. То есть где мы могли, где нас ждали, естественно, мы показали спектакли по Пушкинской карте. В этом году мы отработали на один месяц, там больше сказать, да? Но я беру до закрытия театрального сезона. У нас где-то больше 5500 продано билетов по Пушкинской карте. Но этого недостаточно. Знаете, почему недостаточно? У меня тут был небольшой эксперимент со студентами Минераловодского колледжа, музыкального колледжа имени Сафонова, потому что у нас есть два факультета, где учатся наши студенты. Они учатся и в театре, у нас есть аудитория для этого, и учатся в городе Минеральные воды. И когда мы 2 числа собрали собрание небольшое, о начале, так скажем, и сезона, и года театра их студенческого, то даже у этих ребят, не у многих, есть Пушкинская карта. То есть, значит, сегодня нам можно говорить о том, что даже в школах, наверное, наших городов, районов, не у всех детей есть эта Пушкинская карта. Она же там заводится, это все должен быть телефон, и все в телефоне. Редко кто получает именно карточку, которой можно платить. Ну да, век современных технологий. Да, в основном это все вот через телефон. Поэтому для меня, честно говоря, было какое-то удивление. Некоторые ребята, которые пришли вот научиться, они же вчерашние школьники. Они говорят, да нет, у нас нет этой Пушкинской карты. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь мы работали, так скажем, ну, с городскими и, наверное, сельскими районами образования, потому что с городом Пятигорска проблема нет, у нас тут тесный контакт, тесная связь. А вот с другими, имеется в виду, управлениями образования, чтобы как-то в школах помогли этим детям получить карты. Потому что от школы сегодня тоже очень много зависит, от классного руководителя. Вот, поэтому вот ждем, что вот сейчас, может быть, немножко в сентябре месяце уже этих карт больше станет у наших детей. И мы сможем предложить им все то, что мы можем. А у нас действительно много. У нас 30% только репертуара – это детский репертуар. 30% спектаклей. Вот. У нас есть и малая форма, я давайте уже вам сразу расскажу об этой малой форме, которую мы проводим как малый концертный зал, мы проводим это в нашем фойе, потому что у нас нет возможности, допустим, иметь какой-то отдельно зал для проведения небольших спектаклей, концертов и так далее. Но мы проводим у себя, и у нас достаточно там тоже большой репертуар, начиная от, ну, он называется так, «Земную жизнь пройдя наполовину», это о Пушкине и Лермонтове, такой часовой спектакль. Вот. И остальные такие же спектакли, как, допустим, там спектакли-концерты «От сердца к сердцу», это Евтушенко,
и Роберт Рождественский. Это «Душа народной песни», где мы рассказываем не только о русских песнях, но вообще песнях даже, вот, так сказать, республик Закавказья. Это «Есть только миг», замечательная программа, в которой мы говорим о советском кино и показываем некоторые отрывки из этого кино. Но, естественно, наши артисты поют и песни тех времен там, или из кинофильмов. «Я люблю тебя, Россия» – замечательная программа, которая посвящена, так скажем, Советскому Союзу. Пока еще мы ее не адаптировали на, вот, так скажем, студентов или, ну, может быть, детям еще рановато. А вот взрослые люди, которые посмотрели у нас эту салонную программу, они были, конечно, в восторге. Мы им показали один день соседей в Советском Союзе, как жили люди. Один день такой прошел в квартире двух соседей. То есть это, ну, на каждый, так скажем, вкус, кто что хочет. У нас практически это все есть. И сейчас мы готовим новую программу, которая тоже будет проходить вот как салонная программа. Это «Венские встречи». Мы в этих программах мы можем людям показать то, рассказать о тех композиторах и тех мэтрах, допустим, я не знаю, великих классиках, ну, которые, ну, не играются на сцене, так скажем. А мы пытаемся вот это вот все показать нашему зрителю. Спасибо вам большое. Слушайте, ну, очень здорово. Уже прям захотелось приехать в Пятигорск и сходить в театр «Опереты». Обязательно пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста, на сайте абсолютно все есть, на нашем сайте. Заходите, смотрите, заказывайте билеты, приезжайте, будем всем рады, абсолютно всем. Мы для этого и работаем. Наша работа – это служение этому театру и служение нашему дорогому зрителю. Светлана Леонидовна, огромное вам спасибо за работу. Еще раз поздравляем вас с открытием сезона. И огромное спасибо за это интервью. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, я напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы разговаривали о открытии и в целом о Ставропольском государственном театре «Опереты», который находится в городе Пятигорске, уточню я этот момент. С нами сегодня была на связи Светлана Калинская, директор театра. Меня зовут Роман Выстроп. Мы с вами прощаемся на этом. Ходите в театр, приобщайтесь к прекрасному. И до новых встреч в эфире своего ТВ.